Котлеты куриные, рыбные, в панировке и не только. Ароматная печень и нежное картофельное пюре. Всего 8 видов супов и столько же видов гарнира. И, конечно же, отменная выпечка и пирожные. В меню новой столовой «Съем слона» исключительно хиты любимых народом блюд. Причем отведать все это можно, начиная с раннего утра. Столовая на проспекте Юбилейный, дом 7, открывает свои двери в будни в 8 утра и в выходные в 9 часов утра. Мы возрождаем советские традиции столовых, домашней вкусной еды с соблюдением современных технологий качества. Мы используем свежие качественные продукты. В нашей столовой вы можете позавтракать, пообедать и поужинать. Средний чек составляет 160 рублей. Уважаемые нефтекамцы, добро пожаловать в нашу столовую. Меню столовой изобилует как привычными для всех блюдами, так и яркими элементами из кухонь различных народов мира. При этом представители столовой «Съем слона» обещают обновлять его каждый месяц. А на раздаче всегда будут сезонные блюда и продукты, которые заинтересуют тех, кто придерживается особого стиля питания. Конечно, то есть у нас в меню предоставлены вегетарианские блюда, их достаточно большое количество. Также у нас есть блюда для людей, которые занимаются спортом. То есть поддерживают себя в форме здоровья, то есть ЗОЖ, да, мы имеем паровые блюда с меньшим содержанием жиров, то есть с меньшим содержанием сахаров и соли. То есть это все есть. Также у нас не обжаривается, все на пару. Столовая «Съем слона» в Нефтекамске станет 31-м заведением в федеральной сети. Техническое открытие заведения прошло еще 12 декабря. За 4 дня работы здесь уже появились постоянные посетители и ценители местной кухни. Нам очень нравится, мы же не первый раз здесь. Работаем рядышком здесь, очень удобно. Давно ждали. Вкусно ли? Вкусно, очень вкусно. Вчера мы пробовали другое блюдо, сегодня взяли другое совсем. Думаю, что будем пробовать все потихоньку. Что тебе понравилось? Винчики. Пришли покушать, попробовать. И все вкусно. Я уже попробовала этот салат, он очень вкусный. Так что всем можно взять. В день официального открытия посетителей здесь тоже оказалось немало, однако каждому из них достался кусок праздничного торта. Многие пожелали заведению долгих лет работы. Слова напутствия высказали и представители городской администрации. Они заострили внимание на соблюдении антиковидных мер безопасности и рекомендовали управляющим столовой сотрудничать с местными производителями и поставщиками продуктов. Сотрудники столовой заверили, что продолжат работу с учетом всех пожеланий, а главное, они будут придерживаться своего девиза «Готовим быстро, вкусно и по-домашнему». Тем же принципом обещает следовать и кондитерская под названием «Крутой крендель», которая разместилась рядом со столовой. В ассортименте заведения широкий перечень пирожных, тортов и пирогов. Причем приготовить все это могут и по индивидуальному заказу. Цены весьма демократичные. Напомним, столовая «Съем слона» и кондитерская «Крутой крендель» работают на проспекте Юбилейный, дом 7. В будни с 8 утра до 9 часов вечера и в выходные с 9 утра до 8 вечера. Вскоре здесь планируют организовать и доставку заказов на дом или в офис.